Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием этих работ по книге «Великие музеи мира». Даниэль Васкес Диас. Квадрилья Хуана Сентено. 20 век холд масла. Высокий тон, доступный Даниэлю Васкесу Диасу, способствовал не только успешному исполнению заказов на монументальные росписи, например, посвященные Христофору Колумбу, но и привносил ноту торжественности в его портрет. Тем более эта черта проявлена в картине о героях Корриды. Национальное зрелище Испании, ее марка «Коррида бой быков», символ жизни и смерти, победы и поражения, мужества и отваги. Она предстает перед каждым зрителем, будь это в деревне или на столичной арене, парадной стороной, а ее участники рыцарями без страха и упрека. Именно таковой и изобразил здесь квадрилью художник. На холсте доблестные помощники Матадора или Навильера, постоянно действующие рядом с ним на арене, два Пикадора, три Бандерильера, оруженосец и сам знаменитый боец из Аликанте Хуан Ортис Сентено в красно-черном костюме, готовый к выходу на публику. На Национальной выставке изящных искусств в 1654 году работа была удостоена почетной медали. Жюри оценило и скульптурную пластику объемов, и гармонию, возбуждающей яркой и одновременно утонченной палитрой, и общий настрой боевого духа и достойную репрезентацию героев. Вот такое описание к работе квадрилли Хуана Сентено, автор Даниэль Васкес Диас, 20 век, описание по книге «Великие музеи мира». Пока, до свидания, всего хорошего.